Сегодня завершился трехдневный пресс-тур украинских журналистов в Приднестровье. Представители печатных изданий Одессы, Донбасса, Херсона, Львова и Донецка в рамках укрепления связи встретились с коллегами из нашей республики. Журналисты рассказывали о своих газетах и их подписчиках, интересовались историей Приднестровья. Надо ценить и уважать тех людей, которые сегодня здесь живут. Вас немного, но вы мужественный народ, который старается доказать всему прогрессивному человечеству, что вы достойны, наверное, уже сегодня признания. Сотрудничество будет продолжено. Приднестровские журналисты получили приглашение ежемесячно встречаться в офисе Национального союза журналистов в Одессе.